Олежек, ну а что ты можешь мне рассказать про Вита Рэмбоза, как он там на Черкасской тусовался? Рэмбоза же тоже на Черкасскую приходил? Да куда он денется-то? С вами там был тоже, да? С нами он там был, и поручик, и Гульпин, все там были. Вся группа «Залп» тусовалась на Черкасской. Кроме Артура Леденева. А кто такой Артур Леденев? Да и у него, как она называется, агорафобия, что ли. Ну, короче, есть клаустрофобия, боязнь замкнутого пространства. А это наоборот, боязнь открытого пространства. Вот его на час на улицу вытащишь куда-нибудь, он же тут же домой собирается. То есть домашний такой мальчик был. Ну, а вот Галкин Саша с вами не ходил? Нет. Нет. А Галкин вообще на чем он играл в «Залпе»? Ну, он особо не играл, так пару репетиций на барабанах, на ударниках. А кто на ударниках был? Поручик? Да, в основном поручик. Был еще Игорь Цыкунов, Циба. Ага, знаем такого персонажа, да, знаем, известный. Ну, барабанщик он так себе, но поэт он знатный. Это про группа «Гроза», я так понимаю. Группа «Гроза». Продекламируй-ка там фишка, у него какая-то козырная, он мне читал там пару раз. Про кто стучится в дверь. Не уверяю. Кто стучится в дверь моя. Правильности нет. Кто там? Открывай, кабаниха. Дикой пришел. А зачем ты пришел? А я диски принес. Может, это Нина Хаген? Нет, не Нина и не Хаген. Это новая звезда. Называется «Гроза». Heavy Metal «Гроза». Незнакомец, ты зачем к нам пришел? Может, ты в нашем металле для себя что-то нашел? Приходи к нам еще и цепи не забудь. Без этой вещи к нам отрезан путь. Стихи серьезные. Это Циба такие стихи сочинял. Сильный, да. Он меня... Это он, черный дракон, имеет силы. Но он как-то с «Залпом» записывали мы его творение, он лично пел. Да, сильно вот было. Эти бы записи где-нибудь найти. Да, ты уж хрен найдешь, все ж на микрокассетах, да еще в таком качестве. Ну, все равно творчество. Ну, сильный был альбом. Сыбы, о, силен.